Я попрошу чуть-чуть внимания для воспоминания о знаниях, пришедших нам через священное писание, говорящий о спасении через покаяние во имя Христа, ибо так говорит Бог, а не я. Вернемся к теме более 2000 лет тому назад, когда для грешников был только один путь в ад, когда человек возгордился и позабыл, кто его сотворил. Бог возлюбил этот мир так сильно, что отдал самое дорогое, самое святое, самое родное, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную и был сыт. И выбрал Бог плоть, которая была чиста, посеял Дух Святой, и Мария родила Агнца, который сделает все новым, уничтожающий неправду одним словом. Продолжим тему дальше, читая Евангелие от Матфея, глава 2. В те дни правил царь Ирод, и понимая, что есть выше него, он предпринимает зло и посылает волков, нагоняя беду. Против слова небес он начинает войну. Увидев звезду, мудрецы отправились в путь, дорогу, ведущую прямо к Богу. И вот они пришли к месту назначения звезды, вошли в дом, поклонились Христу, отдали дары, получив откровение не возвращаться к царю. Волхвы отошли иным путем в страну свою. Узнав об этом, Ирод дал приказ убить детей, но Бог спас сына своего от царя зверей, дабы исполнена была Иисуса миссия, чтобы каждый был спасен, люди, как ты и я. Люди, как ты и я. Эта истина показывает нам, что Бог нас любит, и первый шаг Он сделал сам. Спустился на землю, и то, что натворил Адам, Иисус исправил, верь Его словам. И верь не только устам, но верь Его делам. Ходящий по воде, дающий свет слепым глазам, воскресающий из мертвых, повелевающий ветрам. Где был буддизм, а? Где был ислам? Йоу. Какие не были б слова, суть такова. Сегодня празднуем и день рождения Христа. Пусть этот день не только отдыхом будет для тебя, не только красная отметка на листе календаря. Да будет этот день в памяти твоей всегда, ведь есть еще 364 дня. Пусть ни один из этих дней не будет прожит зря. Мы уповаем на Господа нашего Иисуса Христа. Йоу. Эта песня описывает Рождество Христово, праздник, который празднуется христианами по всему миру. Спроси себя, для чего ты празднуешь этот праздник? Неужели это тот день, это единственный день, где ты вспоминаешь Бога? Идешь в церковь? Неужели? Если это так, то я могу сказать только одно. Если у тебя есть дома Библия, которая, может быть, собирает пыль уже несколько лет, которую ты, может быть, получил от предков, от далеких предков, я дам тебе совет, возьми эту книгу и прочитай ее, потому что эта книга свидетельствует о жизни других людей, проживших свою жизнь с Богом. Она поможет тебе в трудные времена, так как она помогла мне. Прими этот совет к сердцу, если ты никогда не слышал о Боге.